Красавчик, ребят. Тига 9. В черри, конечно, народу здесь вообще полно. Черри — знаменитая машина. И это флагман. Вот этот. Вообще большой, короче. Такой классный аппарат. Здесь 8-ступенчатый автомат идет. Айсин. Полный привод. Смотрите, какой красавчик. Вообще, какой салон мощный. Такой большой. Да. Вот для семьи, конечно, это просто купить его. Здесь двухлитровый движок, 264 лошадиной силы идет. Всеми знакомый и известный в Эксиде идет, и во многих других моделях двухлитровый движок. Девятка, конечно, аппарат вообще классный. Смотрите, три режима в задней обогрева сидений. Классно. Так, как у нас этот открывается? Непонятно мне. А вот, ребят. Оп. Какая красота. Динамики Sony. Смотрите, какие диски классные. Вот эти диски на Xceed также в России идут. 20 радиус. Окей. Подсветка красивая такая здесь идет специально. Девятка — это вообще просто большое место. И я думаю, что здесь, если по идее купить специальный такой этот надувной матрасик, разложить его, там очень-очень много мест. Там двухметровый человек спокойно поместится вот здесь вот. Очень большой автомобиль. Ребята, вот этот аппарат, это просто топчик в черри. Он ничем не хуже, он даже мне, и мне он, например, больше нравится, чем даже Xceed RX. Смотрите, какой красавчик. Он большой и семейный. Огромный автомобиль. Именно вот куда-то ездит самый раз.